Несколько лет назад в Бердске построили 5 колодцев водопонижения. На это ушло порядка 70 миллионов рублей. В этом году реализацию программы водопонижения в городе продолжат. Планируется строительство еще 4 сооружений. Дренажные колодцы расположатся в районе Павлова, 8, на пересечении улиц Советская и Водосточная, на перекрестке улиц Октябрьская и Урицкого, а также улица Рабочая и Урицкого. Проектно-сметная документация уже готова. Она находится сейчас на прохождении государственной экспертизы. Все замечания по ней сняты. К концу недели планируем получить положительное заключение экспертизы. Стоимость данных 4 колодцев, строительства колодцев, составляет порядка 110 миллионов рублей. То есть специалистами УКС подготовлен пакет документов в Минприроды для участия в программе охраны окружающей среды. То есть после получения положительного заключения экспертизы мы направим эти документы. По данным Управления капитального строительства, в городе отмечается существенное снижение грунтовых вод. В 2017-2018 году уровень воды составлял порядка 50-60 сантиметров. По данным мониторинга за прошлый год, уровень воды снизился до 30 сантиметров. В этом году мы еще не проводили мониторинг, так как проводим его в апреле месяце. То есть по проведению мониторинга за прошедший год будет предоставлена информация. Мы периодически получаем в свой адрес письма от недовольных, так сказать, недовольных жителей, которые, да, сомневаются в работе всей этой нашей проделанной работы дренажных колодцев. Мы выезжаем, фиксируем, составляем акты, как бы, и мониторим более проблемные участки, чтобы в будущем колодцы расположить уже в более острых местах. Глава Бердска поручил дальше отслеживать уровень грунтовых вод и планировать строительство новых дренажных колодцев в тех местах, где это необходимо в первую очередь.